Женская сборная России по кёрлингу впервые в истории пробилась в плей-офф чемпионата мира. По итогам предварительного раунда команда Анны Сидоровой заняла третье место. В последний игровой день группового этапа наши спортсменки сначала обыграли в ключевом матче швейцарок 8-5, а поражение от Чехии с минимальным счетом 7-8 на турнирное положение уже не повлияло. За путевку в полуфинал россиянки поспорят с победителем пары Швеция-Южная Корея.